мне нужно. А что ты с подзорной трубой бегаешь? Хорошая тренировка. Блять, я потестил эту уебищную срань и понял, что это уебищная срань. Да ну нафиг, она тебе СПД дает, у тебя урон идет от заклинания СПДшное. И чё? Она мне только в соло-таргет больше урон дает. Ну, а ты где сейчас? На личе, соло-таргет. Ну, как бы... А понакручивать? Как бы нет. Понакручивать на Валька, да? Хрен его знает, я бы, наверное... Не понимаю, почему все хотят так трубу, она всего 200 СПД дает. Ну этот, блин, крит дает постоянно, и постоянно СПД, он не пропадает. Да-да-да. Просто я хочу секстант и все. А, ну да-да, да. Хоти. Блин, знаешь, как я тебя понимаю, вот я, короче, фетиш, да, хочу, а что-то не падает. После Димы секстант уходит в некст. Да-да, да-да, держи меня в курсе. Он не падает, ты же понимаешь. Да он падает просто. Так, ладно. Ненужные люди его забирают. Короче, Римки топ. Ты же здесь была у Лады, да? Еще есть долгоноб, но его никто не видит. Ты лучше на Элема себе оставь, ЕП. Короче, не смотри, Лада. Ну, начинаем, понятно, вот отсюда. И идем туда. Так, просто бежим, когда ловушки. Бегай за квадратиком, то есть твоя задача тут только щитовать. Больше никаких способностей нажимать не надо. Кайф. Молитву восстановления тоже там можешь кидать, но желательно щитков. Чем больше щитков, тем лучше. Значит, если на тебе чума, твоя задача, вот здесь будет шаркарь идти, вот так, туда. Тебе надо, если на тебе чума, выносишь к шаркарю, понятно, не под морду лезешь, а со спины, раз, тебя здесь спорили, ты вернулась в рейд, где мы там будем стоять. На первой фазе есть ловушки. Ловушки — черное пятно, на которое нельзя наступать. Если ты наступишь на него, ты взрываешься и отлетаешь с платформы. Рядом с тобой стоящие тоже отлетают. Это понятно, да? Все, это вся первая фаза. То есть мы бежим до конца платформы. Потом на платформе ты не щитуешь. Ты можешь там кидать молитву восстановления, но щитовать в критичном случае. Лучше диспель сайленс с танка. На второй фазе ничем не отличается от обычки. Осквернение Вальки. Все, в принципе. И третья фаза — это в комнату бросает всех. Находишь центр, все сбегаются в центр, находишь меточку квадратик и бежишь за квадратиком, щитуя, кидая молитву восстановления. Все, в принципе. И начиная щитовать на первой фазе, начиная с 20 секунды до начала боя. То есть бой еще не начался. Ты уже начинаешь щитовать с 20 секунды. Понятно, да? Отлично. Чек на пол. Кто на боссе, кто на ком? Войт на боссе. Войт на боссе, понял. Ты на диспейле. Сайбор. Все, запускай, Никита. Узур, ты в хиле? Орехи на кого? Кто там на мубе? Блять, ну я тоже на данечку кинул. Безума. Какой данеч? Данеч у нас рейтрик. Безума, в смысле, кинул. На безуму. Да-да, на Войда буду. Посмотрите, у всех бафы хватает. Фласки, может, каких-то вон. Фласки, нет настоя, спирит. Мелкий? Пей, пей мелкий. Пей. Хоть что-то. Локи, понятно, на платформе аккуратненько стоите, выпрыгиваете с Валикс самостоятельно. Если что, там готовьте хилы подхиливать. Спирит, твоя задача подхиливать там их. Назначаю тебя за старшего Валька, да, локов именно, которые... Ну, как обычно. Близко к боссу не стоять. Чего вы стоите? Он атакует ближайшую цель. Попя Тунга. Сейчас Тунги по башке. Купа-то Вольтера. Его там не увидят. Не стесняемся. Припоты, бурсты. Вообще ничего не стесняется.
РДД перешли. Галя, пошли. Все, чуть в квадрате становимся. Первая чума в рейде диспарится. На танке. Пошли милишники. Стоп, стоп, стоп. Серега, ты куда? Серега, ты куда там? Чё? Меня тут что показал, что рядом. Не-не-не, не волнуйся, прослушай меня и все. РДД перешли. Ближе к ловушке. Чума 5 секунд. Готовимся выносить к шаркарю. Это центр нужно будет вынести. РДД перешли. Дима. Не сорвал тебя. Я уже? Ближе к ловушке, ребят. Костя ближе. РДД перешли. Слава, подводи немножко. Все, стой. Лазер. Лазер. Подойди ближе. Где стоят? Чума 3 секунды. На оф танкера на дру вышел. На ловушку или на ступи, Никит? Никита! Я заспалил его. Выбора не было. Он был дернут. Экстремал. Долго бегаешь. Кошка был ходить. Ловушка, готовимся. На танке. Мут. РДД чуть правее квадратик устаньте, чтобы ловушку не зацепить. Чума. На миликах, енот вышел. Енот! Диспель. Енот! Чё ты не диспелил? Я сдиспелил, но он в кастинг. Поздно. Поздно диспелил. Все тихо, ладно. Не надо помогать, оно, если РДД перешли. У меня есть люди, которые могут помочь. Хильте лучше. Не отвлекайтесь. 2%. Я вижу, спасибо. Просил же. РДД перешли. Сайбот вышел. Ближе к краю. Диспел. Лазер. Возвращайся. Я дебил, я дебил. Потом встанете. Хант на сферах. Никита на сферах. А нет, нет. Готовься нет. Диспелить там это. А все, там Аня подиспелит, если что. Сейчас у Лада не щитуй. Только там, ну, можешь подхиливать с ли конца. Так, по БРам. Сибелла. А, дашь БР по Даничу. По Даничу, значит. А, Войд. Дашь БР по Сайботу. Я дам БР по Еноту. И все, спирит сам станет. Угу. Вот смотри, видишь, что по ДБМ у Галя, там вот время 10 секунд. За 5 секунд до начала начинай считывать. Сфера. Спирит, осторожней. За хил рейд. Гим на хп с... Блять. Галь... Не Галя, а Аня, да, гим? БР раздаем. По валькам играем. У Лада. У Лада ты в какой меточке? Быстрее говори. У Лада в ромбике, в ромбике. Гера пошла. Забери лича, подержи. Оскорнение 5 секунд. Лево, право разошлись. Захиливаем рейд. Оскорнение отошли от купы. Отошли от купы. Выходим. Войд сайбота, да? Ромбик быстрее. Ребят, ромбик быстрее. Бля. Безумно уронили. Сан-Франциско, ну чё ты, ёбаный урод. У кого БР еще есть? Мне. Никита, подними енот. Поднимаю. У кого еще есть? У меня. Войды. Подними енота. Подожди, надо, чтобы босса подержал под папом. Оскорнение 5 секунд. Безумно опять сдул. По валькам играем. Хуйте. Что вы трай хуёвый начали. Астралия отошел. Спасибо, Астралия, молодец. Хуенное оскорнение ловишь.
уважение, блядь. Все, он мне вообще ходит. Отвисни. Не разбивайте меня, оскорбление подлу. Не надо. Разбиваем, Ром. Оскорбление 3 секунды. Я тебе говорю, блядь, разбивайся. Крой бал. А чё не разбиваете? Ай. Было оскорбление упало. Иди. А как? Буль-буль? Жопа, косяк. У вас бы в любом случае шмот сломался. Безумно не хилили очень долгое время, я просто смотрел на эту хуйню. Что-то у нас как под спину босса сбегаться, какая-то суматоха постоянно начинается. Тяжело же стать под босса. Ну что, реснуть нету, вставать? Сейчас я рес. Остановитесь ровно в одну точку. То есть, блядь. Тунга, ты там что, релогаешься? Mm-hmm. Серега, ты чё? Там. Сейчас все лагает, я роутер ребутнул. Давай. Встали за спину Лича, все. Стоите. Кинулись вальки. Начали хуярить вальки. Дается стан. Даня первый дает. Потом Рома дает стан. Все, потом осквернение услышали команду. Лево-право, от Лича, от Валика, отбежали. Чтоб на пути не лежало осквернение. Отошли. Осквернение разлились, не на вас. Подошли к Валькам, подошли к Личу. Встали в один фрейм, бьете дальше. Что сложного? Рыбу кушайте. Серега что-то не доигрывает. Вообще вагон. Скилл тоже мало ДПС. Даже я переигрываю. Лоджек вообще в жопе. Ну и енот впереди дороги всех. Кстати, на чуть-чуть с ДПСом, почему я тебя на своем роге передамаживал? Типа, у тебя же 25. Один в РБК, у него нету 2-5. В смысле, у него же ноги. Извиняюсь. Что? Енот, прости, ничего. Извинись. Я уже. Все, Тунга, ты тут, да, уже? Я в рейсе нормально слышно? Да, нормально. Да. Прикольно, я вас тоже нормально слышу, игра у меня с задержкой секунд на 6 идет.
У меня вон на седре также выкинул. Ну, хотя что там моложение моментально. Оставай рукой что-то делаю. Что-то хотел играть. Ладно, давай попробую сейчас с балкона прыгну. Австралия. Австралия. Австралии. Здесь сворачивал их у нас. Запускай. Никита. Блять. Давай, Никич. Спать хочу, блять. Давай, убивай, Никич. Блин, у него всегда было 102 миллиона, у него же, по-моему. Да, у него чего было 118. Это 16. Сложнее сделали его. У них хп больше, и Берса, по-моему, раньше наступает теперь. На Берса так же. Господи, его сложнее сделали давным-давно. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки... Кулак подгадайте. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Когда Фалек был по 400, такого не было. Когда Фалек по 400 был, то вазили не было. Кстати, по поводу фаликов, приоритете будут фэнтези бить. И жопа у агента была даже краснее. Красава, Никич. Так, жопа тут никого больше нету, а ту еще есть. Все. Тихо. РДД перешли. Квадратик. Еще матри секунды. Диспал по рейду. РДД перешли. Ближе к ловушке. Милики. Чума, готовимся. Равнодром. Милики вышли. Перешли. Сайбот. Исполз безумно. РДД перешли. Леджек, чума. Ближе к ловушке. Милики. Чума, 5 секунд. РДД перешли. Сан-Франциско вышел. Диспел. Веруня, ты ничего не забыл сделать? РДД перешли. Ты беца вызвал ты своего? Квадратики, ребят, стойте, лазер, подходи ближе. Лазер, подходи ближе. Давай к нам уже. Милишники перешли. Улада, диспел. Давайте на край, ближе к краю. Спирит, диспел. Все на край, все на край. А сверху все так же? Забери звезду, ладно. Забери звезду. Не подходите к вурдалаку. Ну-ка на меня перекиньте. Бля. Ладно. Спальцы.
Как удохнуть, алло, блять. Лэджек, вот это твой косяк вообще. Чё прикалываетесь? За хил рейд. Дистанцию наберите, блять, я думаю, почему сшибает? Вы, блядь, стоите как бараны в одном месте. И, блядь, что хотите сносить с лича ебаного? Чё, ебанутые нахуй? Сибелла, поднимешь Лэджека? Только под заражение не встань. Сначала заражение, потом встаешь. Переходка, щиты. Мастера на тёмку поставь, Даня. Стоит. Понял. Не, БР есть. Сибелла давай, Лэджеку. Мастера давай. Сайбот, ничего не жми. Гера пошла. Лэджек, вставай. Забафайте Лэджека. В одну кучку, маленькую. Играем по вальку. Осквернение лево-вправо. Все, под валик быстро. Лича старайся всегда с вальками водить, чтобы его тоже кливали. Ты не отлагал, Серега? Хуёво, твой ДПС нам понадобился. Вальки 5 секунд и осквернение будет сразу же. Готовимся. Далеко дальше черного кольца никто не отходит. Осквернение. Лево-право, далеко не отходим, чтобы на крыль вас не схватило. От безума отошли, он танк. Все нормально. Кто там? За метло кидайте. Кто в треугольнике? Гранды. Стан по рамбу дайте точечный. Сейчас копа пускай умирает. Дайте что-нибудь все равно. Нормально, осквернение лево-право, на краю разливаем. Так, купу поднимем потом в центре. Осквернение. Отдание отошли, все остальные в центр, быстро в центр. Сайбот, дай гим на хп, сайбот гим на хп. Один маленький фрейм, квадратик. Две вальки играем. Две вальки играем. Купа, я бегу. Даю, да, может сразу вставать. Не надо. Войт. Кто-то, у кого-то, Никита, у тебя есть? У меня есть. Да, есть. Подними, сейчас Сережа. Поднимешь. Осквернение, лево-право. Ну ты смотри, заражение там 5 секунд. Так что зеленку нажми. Осквернение, на рогнадру было. Все, под лича. Быстро все в центр, под лича. Давайте баф. Пристабаф. Так, енот, ты залей нар по Сибелла. Сразу хватает вальки, потом будет осквернение. Осквернение, лево-право разошлись. Аккуратненько, надо блок дота отошли. Все нормально, под лича, быстро все под лича. Вот с вальками давай, веди. На ком там? Вальки, 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 енот, рогнадру, Данич. Заражение прохил. Осквернение 5 секунд. Лево-право. В центр лича, Тунга. Отошли от Тунги, все под лича. 5 секунд до валик. Быстро лича в центр, еще ровнее его. Квадрат, все в квадрат, все в квадрат. Тихо, тихо, я видел все, я видел. Ебошим. В ромбике хил. Приоритет, ром. Наверное, осквернение лево-право. Гимн на хп, Галя. Глыбу скилл. Осквернение буксол отошли от него. С этими вальками веди. Аккуратно только. На осквернение не наступаем. Последние трусики остались. Хорошо. Лича в центр. Заражение прохил. Давайте вот квадрат становимся. Разворачиваю его. Нет, разворачиваю его. Чтобы квадрат была спина.
Осквернение лево-право. Лича на край веди сейчас. Лича на край веди, все играем по личу. Прохиливайте рейд, ребят. Прохиливайте рейд. Лича на край. Лича на край, вон. С Валькой. Захиливайте, захиливайте. Лича, играем по личу. За медло давайте, станы давайте по Валькам, неважно. Лазера прохилить он будет. Ладно, похуй на лазера. Потом реснем. Лича перевозим на край, ближе все край, все на 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 край, на край, на край, на край. Кого бы рейс? Пришли? Безумно тончи дух. Заебись. Так, дистанцию набить. Чё, вот чё вы стали, блять? Тунга, нахуй, Скарчик. Чё вы стали? Как овощи? Ну, чё как? Так, значит, смотри. Мы можем... Енот, у тебя есть БР? У Войда есть. У Войда есть. Вот, пускай безумно танчит. Беги вон к лазеру, видишь, он вдалеке стоит. Ресни его там. Бля, Дим, дам это тотем на ману? Ну, дай себе, чё ты, против проблемы. Чё за лазер? Вон, бурерождённый лок сверху. Сверху, по левой стороне, как идти. Дайте Дим на ману. Звуки нахуй уберите. Захиливайте. Захильте его. А он не умрет, там урон не проходит обычно. Переходная фаза, все РДД играют по сферкам. Спирит, не беги на сферы. Хорошо. Никто не бежит, стоите на краю, блядь. Все. Готовимся к комнате. Щитуй, щитуй, Галька. РДД для тупых. Вы подбиваете тех, кто подлетают к нам. И сейчас тоже подбиваете. Побежали прямо. Направо. И спешим. У меня джойны, блядь, вообще заебали. Они бегают без остановки. Я ебу, нахуй. Я уже заебался, я там спортсменом стал. Хорошо, не надо ничего жмать. Быть таким же, как они. Да нахуй надо. Аккуратно, не спешим. Левее держаться. Левее держитесь. Прохил рейд, прохил рейд, прохил рейд, прохил, 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 прохил. Пробежали, бежим, 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 бежим. Осквернение 3 секунды. Напоминаю, осквернение, выходим с комнаты, сразу осквернение. На стороны, в стороны, в стороны. От Улады отошли. Все, хорошо, под Лича стали. Так, Берыч у Буксола, да? Угу. Енота подними, и енот подними Сан-Франциско. Так, Хазуру, Хазуру, у тебя есть Герни в КДШ? Дай-ка Геру. Только ты. У кого еще там не в КД Гера? Именно... Ага, все. Потом, значит, когда я скажу, дашь нам уже. Осквернение лево-право. Аккуратненько. Лича к трону подводи. Все, на Хазуре. Нормально, стой так, стой так. С каждой комнаты там откадешиваются бурс-фласки. К трону веди. Давайте, все прибегаем к трону, чтобы не взрываться. Старфолы, совы не тратим. Старфолы не тратим. Как заходим в комнату, ждем, понятно, бла-бла-бла. По команде нажимаете. Нажимали старфолы, побежали. Куда? Влево побежим. Влево. Упираемся в стенку. Бежим, просто бежим, не останавливаемся. Дай мастер аура темной магии. Побежали. Сейчас еще надо будет прохиливать, ребят. Вот не останавливайтесь, бежите и хильте. Вправо, вправо, сюда. 5 секунд осквернения. 3 секунды осквернения. Одна. Отбежали с осквернением. И быстро к трону, все за спину Лича, за спину Лича. Духи летят. Все, все нормально, нормально. Слава, слава, разворачивай. Прохиливаем. Егора держать! Егора держим! Осквернение. Лево-право. Лево-право. Не надо мне тут вайпать рейд. Как в джойнах. А тут так, все, от него отошли, перешли на другой край.
За спину спрятались. Играем. Так, центр. Старфолы нажмали. Побежали. Влево бежим. Не спеши, кто там, блядь, ку-ку. Они же взрываются по мере, как ты бежишь. Не нот, хожу, залей. Я думаю, рандомно на ком-то мэпе появляется. 3 секунды осквернения. Лево-право, потом, посмотрите, духи появляются. Отошли от осквернения. Человек с осквернением. Так, все, на воде. Все остальные под лича, быстро. Под лича, как становимся. Гера, Гера. Сейчас. Дал. Не умираем под духами, за спину лича. Блять, Войд. У кого БР есть? Ну тебе танк, Войд, да, безум, алло! Ёбаный стыд! Танчи, танчи, нормально. Да при чем здесь танчи, нормально, нахуй? Ох, ох, всё. Блять, вы. Бля, такой трай. Там много, да? Да. Спасибо, ладно. Нахуй. Кто успел, тот протонул. Что-то в берсы 2 минуты. Сколько там процентов? Да все, я уже тпшнулся, мне похуй. Он за 11 боссов. До свидания. А я запотел, захилил. Чтобы уничтожить короля. Сука. Вы не должны оказаться во власти ледяной сумки. Иначе, как и я, будете навек порабощены этим проклятым клинком. Как получилось, что безумно не второй пар грубо? В смысле не второй? Войда сложила, побежала на меня еще кого-то. Меня тоже вот мили атаки. Ну а как у него внезапно агро появится? Ну потому что он... Что? Он ДК как бы. Там все... Он что-то... не обязан быть вторым по агро. Так, кто хочет сейчас целка 10 плюсуйте в ПМ мне. Эй, нет, давай не сейчас, давай завтра. А чё так? Ну ладно. Ну ладно. Аня, сложно объяснить. Прощай. Нет, просто надо. А, сейчас, да, вставайте, нет, все равно это, не понял. Душ, душой там. Я Зура обогнал, пиздец. Душой, говорю, вставайте.